Так, сегодня у нас 20 сентября, в Харькове вела день осенний. Возле памятника велосипедисту собираемся, люди подтягиваются потихоньку. Я бы даже сказал, подкатываются. С погодкой повезло. Конечно, не столь массовая, как на открытие сезона мероприятия, но все равно приятно. Да, красота. Все флаги нынче в гости к нам. Что это у нас там такое? Спайдермен, нет, Спайдервумен, да? Велорай. О, такие персонажи колоритные. Жарко им, бедненьким, небось. Но дело того стоит. Температурка градусов, наверное, под 27. Солнышко. Ну, в общем, идеально.
Ну, в общем, 11:22 все только начинается.